Начинаем второй блок наших упражнений. Это лежа на боку. Делаем вдох. На выдох. Руки нас тянут вперед, вверх, голова между рук пошла, а нога касается пола. Вот такое боковое скручивание. Выдох. Еще разок. Вдох. И выдох. Еще разок. Вдох. Выдох. Следующее упражнение. Остаемся в этом исходном положении. Бочок подобрали, животик слегка втянули. Ручкой держим себя впереди для равновесия. Поднимаем носочек на себя невысоко, верхнюю ножку. И представляем, как будто наверху, на ноге у нас лежит груз. Мешок с картошкой или с сахаром. Ну, то, что вам приходит в голову. Оставили ножку наверху, подтягиваем нижнюю. Не забываем, бочок все время подобран. У нас под бочком течет холодный ручеек. Подтягиваем нижнюю ножку. Вот, у нас работают ножки, у нас работает задняя поверхность бедра. Работают мышцы боковые. Отлично. Еще. Хорошо. Пальчиками мы только придерживаем, чтобы нас не заносило ни назад, ни вперед. Согнули ножки, ручки перед собой. Вдох, выдох, вдох, выдох. И еще разок. Вдох, выдох. Хорошо. Возвращаемся в исходное положение. Опять ручкой держим себя для равновесия. И выполняем упражнение книжечку. Складываемся в области талии. На выдох. Ножки обе поднимаем. Здесь опираемся на локоть. И поднимаем корпус. Шея является продолжением позвоночника. Животик у нас слегка втянут, как будто мы одели тугие джинсы. На выдох. Еще разок. Еще раз. Выдох. 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 Отлично. Опять же, ножки вносим вперед, обе ноги, руки. Получается у нас такой вот параллельно руки и ноги. Ручка пошла назад. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох через нос, выдох через рот. Замечательно. Вернулись в исходное положение. Только ножки у нас согнуты. Пяточки у нас находятся на уровне наших ягодичек. Бочок обязательно подобрали. Вот, видите, я ручку могу просунуть. Ручкой себя держим. Рука, которая у нас лежит на полу, ее согнули, положили на нее голову. Вот, удобно устроились. И теперь отводим назад, отводим наверх верхнюю согнутую ножку. Вдох. На выдох. Воображаемый мячик между ног мы сжимаем или сжатый воздух. То есть мы с усилием опускаем ножку. Вдох. И выдох. Это отличное упражнение для профилактики коксартроза. Выдох. И еще разок. Вдох. Выдох, вдох, выдох, и еще разок, вдох, и выдох. Отлично. Теперь нижнюю ножку вытянули, верхнюю прижали к себе, максимально прижали к груди, вытянули ручку, таким образом растянули поясничку. Хорошо, возвращаемся в исходное положение, ножки вытянули, ручка по диагонали лежит. Держимся рукой для равновесия. И упражнение, называемое буратино. Отвели ножки в стороны, развели. На вдох исходное положение. На выдох другая ножка пошла вперед. Вдох исходное. Выдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох ножки вместе. Выдох. Вдох. Моя кухня не позволяет мне разводить ноги. Выдох. Вдох. Выдох. Еще. При этом бочок подобран, животик втянут. Вытянули ручки по диагонали. Верхнюю ножку согнули. Ручка пошла назад. Вдох. Я называю это упражнение бесплатный поход к остеопату. На выдох вытянулись. Растянули себя по диагонали. Ручки тянут вперед, голова между рук, ножка касается пола. Еще разок. Вдох. Выдох. Еще разок. Вдох. Выдох. И возвращаемся в исходное положение. Ложимся параллельно коврику.
Поднимаем невысоко ножку, бочок подобран, животик втянут, спинка ровная, плечи не напрягаем. На ноге лежит тяжелый груз. Мы ее с усилием поднимаем наверх, оставляем наверху, параллельно полу, не выше, не ниже, параллельно четко. Подтягиваем к ней нижнюю ножку. На выдох опять же. Отлично. У всех своя скорость выполнения, поэтому вначале я начала выполнять быстро, как сама делаю. Ручки перед собой, рука пошла назад, вдох, выдох. И еще разок, вдох, выдох, и вдох, и выдох. Вернулись в исходное положение, упражнение книжечка. Держимся впереди, поддерживаем ручки себя для равновесия, поднимаем одновременно корпус, одновременно ножки, на выдох. Опираемся на плечо, ножки поднимаем вместе. У нас это очень хорошее упражнение для талии. Как я говорю, будем делать талию, как у кота Виталия. На выдох поднимаемся, на вдох опускаемся. Выдох. Выдох. Вот вы почувствуете, когда вы это упражнение делаете на выдохе, как у вас работают мышцы. Косые мышцы живота и боковые мышцы спины. Отлично. И последний раз. И еще последний. Замечательно. Согнули ножки, ручки перед собой. Ручка пошла назад. Вдох, выдох, вдох, выдох. И еще разок вдох и выдох. Замечательно. Вернулись в исходное положение, то есть согнутые ножки. Пяточки у нас, да, на одной линии с ягодичками. Бочок подобрали, ручку согнули. Здесь ручка держит нас для равновесия. Поднимаем ножку на вдох и с усилием опускаем. Сжимая между ног воображаемый мячик. Еще разок вдох. Не торопимся. Выдох. Еще раз вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Бочок все время подобран, животик слегка втянут. Вдох, выдох, плечи расслаблены, не напрягаем. Вдох, работают только ноги. Выдох, отличное упражнение для тазобедренного сустава. Вдох, выдох. Закончили. Подтянули верхнюю ножку, прижали к себе груди, вытянули нижнюю. Замечательно, растянули поясничку, хорошо. Вернулись в исходное положение. И последнее упражнение на этом боку. Держим себя для равновесия, ножки, стопы на себя, вот так утюжком, да, на выдох развели, вдох вместе, выдох, вдох вместе, выдох, выдох, бочок подобран, животик слегка втянули, выдох, вдох, выдох, 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 вдох, выдох. Коленочки прямые, не сгибаем. Я еще это упражнение называю буратино. И закончили. Согнули ножки, ручки перед собой. Вдох, выдох. Еще разок вдох, выдох. И последний раз вдох, выдох. На этом этот блок упражнений мы закончили. Всем желаю хорошего здоровья и настроения.